95 лет вместе с читателями. Юбилей сегодня отмечает одно из старейших изданий страны – «Сельская газета». Поздравить коллектив в Доме прессы приехали руководители ведущих изданий, представители Министерства информации и Минсельхозпрода. Поздравления от главы государства передал заместитель главы администрации президента Игорь Бузовский. За почти вековую историю газета менялась не раз. Первый ее номер вышел в свет под названием «Белорусская деревня». Но издание всегда сохраняло верность главному принципу – быть ближе к жизни и проблемам сельчан. Этого кредо придерживается и сегодня. В прошлом осталась старая патриархальная деревня, начиная с 21 года, с первого выхода газеты. Сейчас у нас современные агрокомплексы, агрогородки, сельхозпредприятия, которые работают активно, кормят страну, поставляют продукцию на экспорт. Отражаем то, что происходит. Мы хотим быть актуальным, мы хотим быть умной газетой, мы хотим быть газетой, которой идет интересный, компетентный собеседник. Мы хотим быть дискуссионным клубом, особенно для наших аграриев, для аграрной экономики. Мы хотим показывать пути развития и не скрывать проблемы. Сегодня в Доме прессы, где собрались целое поколение журналистов, чествовали ветеранов газеты и лучших сотрудников, а отмечать праздник редакция продолжит с читателями во время выездных встреч.